Что? Добро пожаловать. Выпускай стадо, елки-палки. Будут мне помогать елки шатать. Идемте, пошли на снег, идем. Идем гулять. Давайте. Первый. А рыжий самый смелый. Лев, потому что они... Слышишь, как мы их сейчас собирать будем? Они котяра. Ты сотри. Рыжий сейчас куда-то влезет по-любому. Ты что, их на самом деле выпускаешь? Хочу посмотреть, что они делать будут. Так, по одному, ребята, по одному, пожалуйста. По одному. Я думал, мы сейчас людям завтрак приготовим. Не красоту до завтрака, покажем, Сережа. Снежную. Так а чем мне красота, посмотри? Коты в снегу и в цветах. Они в шоке, по-моему. Так, ребята, погуляли, заходите. Походу, у нас сегодня передача в мире животных. Смотри, смотри, смотри. А ну, давай. Тихо. Ай. А ну, пошли, давай. Эх ты. Серега, то из тебя и пастух хороший получился. Организованный. Друзья, всем привет. Гай гуй, цопцебе. Друзья, всем привет, с вами Дискрип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, я ушел елки шатать. Покажи Марата. Всем салам. Выспались, Марат? Шикарно. Шикарно, говорит. Как это, как у нас говорят? Кто хорошо работает, тот и ест. Вот тебе лопата. Пробивай нам путь домой. Серега, ты видел еврея с лопатой. Так это будет именно шоу на весь мир, елки-палки. Хотя бы сделай красиво, а я сейчас приду, потому что я тут всю ночь сражался, елки спасал, походу, одну не очень. Какую не спас? А вот ту, видишь, уронила, но ее не поломала, слава богу. Что там ночью было, все знают уже. А я стоял, ветер, фурик сдувает, я его откапываю, шатаю елки. Надо же с них... Струсить эту штуку. Как? Погодные условия? Аккуратно. Облегчить. Катюня. А. Там некоторые вообще до земли лежали. Скажи мне, а та просто так чуть-чуть с комом вместе свернулась? Да, она именно с комом еще. Ну, корневая еще не усилилась. Я думаю, что будет, слава богу. Главное, что не поломала. Ох, красиво. Ты что? О, за шиворот-то не надо. И что? Ребята удивительные рядом. Марат с лопатой. Так, нормально, чуть легче стало. О. Ты нежнее с ними обращайся, мне кажется. Я именно с большой любовью. Фу. Рэмбо. Смотри, чтобы тебя сосулька не поцарапала. О, а что ты ее не убрал отсюда? Ты что? И поставил меня здесь. Да подожди, тебе оператор что, не нужен уже? Это же красиво. Тебя вон рога припорошило. А у тебя Дед Мороза. Ух ты. Алло, баб Катя, все нормально, утро таки доброе. Да. Ну что, эх ты. Ребята, вас ждет картина маслом. Помимо того, что в Одессе это редкость, вот такая вот зима, это по-любому надо было запечатлеть. Так мы еще и сделаем вкусно. Славик, друзьяки, вот все эти видео, там, где у нас мелькала вот эта вот штука, печка, турочка, тажины Славика, вот именно сейчас то, что надо. У нас света нет со вчерашнего дня, но с голоду-то мы не помрем, правильно? Вот для чего она нужна. А, даже я покажу тем, кто говорил, это парит, просто мокрая железяка. Вот как работает сама печка. Дыма нет вообще, так что можно и на кухне где угодно, там не знаю себе, и на улице кофейку себе заварить. Так, кофе пусть варится, а мы решили долго не баловаться, короче, и показать вам пару удивительных моментов с яйцами. Так что, ребята, да, а что я перчатки одеваю уже, хватит, поработал и хватит. Для вас, не, Марат, такими темпами через 4 дня мы до калитки доберемся. Вот тут и останетесь, Марат, кушать, слава богу, есть что. Слушай, я сделал все, только не откопал мою маленькую. Ёшкин кот, где тут шо? Рындочка, я же в тебя не дал, а? Моя ты бубочка. А ну-ка, заурчишь, как прежде.
Ну, почти уже, а? Ребята, для вас этот шикарный звук. Нет, таки нормально. Осталось. Так, вот еще одна. Сковородка на базе. А это вообще не звонит. Мы же заряжены. Катя, она не может звенеть. Дзынькать не может, потому что ее надо почистить. Любить ее надо. Тебе знакомо это чувство? Я думала, тебе знакомо. Ну так я за своей ухаживаю. А у тебя там не пойми что. Еще и Дед Мороз. Ладно. Есть город, который я вижу во сне. Ой, если бы знали, как дорог. У Черного моря заснеженный весь. В цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. 5 утра сегодня вышел. У-у-у! И что? Красота такая. Еще снежок шел чуть-чуть. Тишина? Красиво, да. Ветер. Я еще вчера в 3 часа ночи, когда елки шатал, думаю, блин, надо же было вот так вот нагнуться. Главное, что не лопаются. Да ты в час ночи храпел уже, как младенец. Какие 3 часа ночи? Ты балда, у тебя и часы, и календарь, походу, китайский. Да, конечно. 3 часа, глубочайшая ночь была. Или сережка липован. Нет, тут просто как это... Что? В таких погодных условиях... Время бежит по-другому. Да, час за 3, елки-палки. Понятно. Да. Шо, Марат, Джан, эх ты. Давайте, там есть еврейская колбаска, нарежьте. Сырок. И добавим яйца. О! Куда? В сковородку. Так, ты меня не отвлекай, да, я приготовлю вкусно. Я даже не вмешиваюсь. Сегодня завтрак нам готовят... Сережка, да? Гостеприимный хозяин. Скажи мне, и шо, отдай. Веник. Как веник? Руками, Сереженька, руками, ручками. Чуть-чуть, немножко. Вот так вот. Ты, Тефаль мой тефлоновский. Сестра, зажим. О, шедевр. Шедевр и баллончик с газом. Так, что надо, Марат? Тут такая красота, даже не хочется родники нарушать. Поэтому что? Будем работать вот в таких заснеженных условиях, дабы не нарушать эту природную красоту. Не, на самом деле, вот по моим наблюдениям, зима в Одессе, ну, 4-5 лет так вот случается, вот такая заснеженная. Все остальное, это просто прохладно. А это еще и красиво. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Так, что нам понадобится? Перечница. Масло сливочное. По-любому есть. Марат, что ты стоишь? Ты как не родной. Иди в холодильник. Да. Возьми там яйца, возьми... Еврейскую колбаску, сырочки там есть, Марат. Берите. И что-нибудь еще? А, и масло топленое ты хотел. А я пока... Блин, Катя, посмотри. Девственная красота, правда? Ага. И я ее нарушу. Опача. Так, что-то пригодится. Что еще? Ножик не знаю. Ну пусть будет агрегат этот. Так, мешалки, лопатки. Куда я это все девал? А сыр, Марат? Сейчас все возьму, у меня две руки. Катюня, да, не торопи события. И там внизу еще лучок у нас зеленый остался. Тоже пригодится. Ты что бы вчера этот плов креольских индейцев исполнили? А сегодня мы его подогреем, и будет еще вкуснее. Ай, шикардос. Марат, я уже топленое кидаю потихонечку, да? Сколько яиц? А сколько ты хочешь? 2, 4, 6, 9. По 3 каждому. Да ты что, не треснешь, елки-палки? У нас же, посмотри, что еще есть. Мы же сейчас это будем греть. Возьми, не знаю, там, да, штучек 6. А, так я думала, что мы будем яйца кушать жареные. Кать, мы будем подогревать эту вкуснятину, которая, как любой борщ и любое блюдо на следующий день, становится вкуснее. Ну и немножечко добавим яйца, мы же мужики. А какой завтрак без яиц? Хотела спросить, какая параллель между мужиками и яйцами. Потом подумала и поняла. Да потому что мы это любим, и вы. Ай, Марат. Сереж, да убери уже эту лопатку. Извини.
Слышишь, а как гриль перезимовал, а? Вчера так запуржило. Закрыть не успели. Он, тут бедный, даже... всю ночь не спал. До 3 часов ночи. Да. Елки трусил и все причитал. Как же мой гриль? Как же мой гриль без чехольчика? Маратик, и что, я ввожу? Ввожу, слышите? Вводи, Сережа. Ах ты, что? Это как копчение будет на английском языке? Огонь поменьше. Хорошо. Дабл копчение, как будет? Когда сейчас... Смок. О, рис прыгает, ты бачишь? Дабл смок сегодня у нас завтрак называется. Дабл смок брекфаст. Вы позвали, говорила, кого-то на завтрак такой богатырский. Ну иди, твою калитку пусть все заходят. Вот какой вкусненько. Так, и колбаску, и чесночок. Сереж, достаточно, яйца некуда вбивать будет. Катюша, ты не понимаешь, что я делаю. Но у нас же здесь не табун лошадей. Ну, сегодня не табун. Всего одна только. А мы маме прямо в казане повезем, да? Как скажешь. Пусть сама греет. Не, у нас боксик есть. Ты знаешь, как Мара с утра ест? Как? Да, я сам не знаю, надо проверить. Слабенько. Так же, как работает, судя по всему. Слабенько? Я завтракаю практически где-то 12:30. Так уже оно именно и есть, Мара. Так что это уже обед практически. Ну тогда поем. Все. Так и быть. А я такие расстоятельно тебе предлагаю поработать, потому что именно во время работы такой аппетит, такой. Ну или хотя бы колбаску нарежь. Колбаску. Как у вас там в Израиле работают? Надо куда что ли нарезать? Кого? Маратик, так прямо на досточку. Ребята, кто не знает, на привозе продается еврейская называется. А вкуснячая такая. Что, мама дорогая, ё-моё. Это на память оставлю. И что? А? Катюня, смотри. Блин. Вообще-то ты Марата просил порезать. Да я же вижу, что он, как это? Посвежит. До сих пор думает, что он в гостях. О, что там, тетя Люба шкребется? Сереж, все очищаются от снега. Ага. А у меня лопаты, ешкин кот, снегоуборочной нет. Непорядок. Вообще непорядок. А он так любит, Марат, чтобы, да, на зубах скрипело. Слушай, может, он уже готов. Все, тут подогрелось. Слышишь, завтрак 5-минутка. Главное вчера приготовить. И шо? Я вообще-то люблю сразу на рис там, на плов шмякнуть, а потом еще и перемешать. Ну, сегодня будет... Да. Липованская бабка такая из риса. Масло здесь, ребята. Топленая. Таня не видит, что ты кушаешь с утра пораньше. Стройняшка мой. Ну, красиво, что сказать. Так, и еще одно. Опача! Все. Шикардос. Где? Соль, перчик и готово. Марат, соляй. Или как там, соли? О соле мио, се склянкате, се склянкате. И что? Бурчит нормально? Шикарно. Побуркивает. Кофейком уже попахивает. Ай-яй-яй. Славик. Красавелла. Можно прямо на угольки ставить, а у меня была такая круглая штучка, кстати, тоже у Славика посмотрел, очень удобно. Именно как такая комфорочка себе получается. Слушай, может, надо газку чуть-чуть добавить? Чтобы она заплясала. Ты за масло не переживай, оно же коническая сковородка, оно все останется там. Поняла? С бортов соберем. О, о, о. Вот это прелесть.
Марат, это самая вкусная яичница в мире, что вообще можно было приготовить. Во-первых, вот эти вот жирки, то, что мы вчера готовили, копченые, спустились вниз. Плюс мы еще добавили топленое. А, что я говорю? Тут и так все ясно. Мы сейчас поедим, и я дальше пойду елки шатать. К соседям пойду. Слушай, как успокоился ветер. Просто прелесть. Сосульки? Ну, нормально тут. Тут же такие крыши, что можно сосульками мериться. Кого больше? Хорошо, что только сосульками. Маратик, твой выход. Бери. Посыпай по-домашнему так вот. Опача. О, кофе. Шо? Сейчас убежит. Да, оставьте в покое, пусть работает. Он сейчас поднимется, просядет, еще раз поднимется и будет хорошо. Надо взять ложечку помешать там. Так, а у меня тут что-то есть в заначках. О! Шпажка, ёханый бабай. Он уже поднимется, просядет, потом еще раз поднимется, потом опять просядет. Катя, ну вот я что-то как все как договаривались. Все. Все как турки варят, ты поняла? Кстати, кофе не должен закипать, ты в курсе? Так у меня еще не закипел, он просто поднялся. Должна только подняться пеночка, и сразу же его надо наливать в чашечку. Ты помнишь, как турки это делают? Они раз за три подносят, и потом уже... Особенно на песочке. Конечно же, да. Подходит, снял с песка, опять поставил на песочек. Так, у нас тут уже, я вижу, готово. Хлобысь и кофеек. Что мы на этой печке только не делали? Яйца жарили, картошку жарили, и манты жарили, варили, и ой-ой-ой. И кофе, конечно, лучше получается. Славик, большой молодец. Я там оставил, конечно же. Это я про то, что не забыл ли я Славика контакты оставить, потому что такое должно быть у каждого. Смотри. Тут же еще момент того, что ты ее поднимаешь, а тепло самой турочки продолжает его дальше готовить. Ой, боже мой, беги за чашками. Все. Что у нас осталось? Макну туда хлеб? Да. Ладно. Потом зайдем. Считаем, тарелочку принесла, сырок порезал. Так, сейчас мы все устроим. Марат, давай, я нарезаю, ты украшай. У тебя это лучше получается. Позамерзало все, конечно. Великолепно. Ё-моё, что это за итальянский сыр в Одессе? Кусочек пармезана. Это? Ну да, ты что, не видишь? Блин, вижу прямо. Вот это счистили. Не режется, а кристаллизуется. Ты что, это же пармезан, здесь даже пакетик, в котором он был завернут, надо есть. А я бы хотела, чтобы ты счистил это. Катя, будешь обгрызать? А я так не люблю. Блин, смотри, как он кристаллизуется. Слышишь, этот нож не только для обвалки мяса, еще и для нарезки сыра. Марат, ёшкин кот, ты что? Все, бросаю карасей в слайсеры, пойду. Шедевр. Вкусный, Марат? Угу. Только края не ешьте, мне кажется, там воск. Он же натуральный. Так что теперь? Как станет? В одном месте. Мне вообще кажется, что он не станет. Воск-то в тепле растворяется, сделает именно такой обволакивающий эффект кишечек, особенно прямой, и там будет что этот, турбулентность, как это, что американские горки. Или как, или что тот бегемот, знаешь, когда он помечает этот... Территорию. А он ничего не понимает. Что? Марат говорит, что это не воск. Нет, конечно. Нет? Там же в магазине работал 400 видов тысяч сыров, там торговал. Сверху... обветрился, скажем так, чуть-чуть. Не имея родного угла, зачем я на свет появился, зачем меня мать родила. Тац-тац, тац-та-та-та-тац-тац. Я вот это не могу, когда ты делаешь. Это просто шедевр. Марат, Джан, тебе и мне, родненький. Блин, я хлеб поломал? И я поломал. Детям отдам. Ну ты за мной не повторяй.
Потому что я только что придумал липованский бутерброд. Короче, берешь два кусочка еврейской. Понял? Так, это сверху на чехол пойдет. Пармезанчик, да? Немного. О, точно. Не, подожди. Будет, но чуть-чуть попозже. Грузин во мне проснулся. Вот так вот. Немножечко и курочку. Вот теперь на горячее положить. А яичко? Тонкий-тонкий слой пармезана. Марат повторяет. Марат, вы еврейское забыли кусочек. Я потом под рюмочку. Короче, а вот этим хлебушком я просто помакаю. ЕБВГД. С другой стороны хлеб получился. Ну ничего. Ребята, good morning. И доброго утра. Ты так выглядишь, как будто бы ты вчера бухал целый вечер. Приятного аппетита. А ты елки трусил на самом деле. Шатал. А я же тебе говорил. Боже мой. Собаки гавкают, петухи кукарекают. И рис парит. Конечно же, свет повидал я не весь. И мне из морей только черное море знакомо. Но именно здесь, понимаете, именно здесь. Я дома, я дома. Это я продолжение твоим собакам и петухам. Катюня, мы таки дома, елки-палки. Друзья, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня пойдет кормить Свету Марат и одесский Липован. Всем пока-пока. Чао!